відомо сумчанам про герб нашого міста. Який він? Ким і коли був створений? Яке значення герб мав для міста 200 і 300 років тому? Та яка його роль сьогодні? Шукати герби на історичних будівлях і розмовляти про геральдику рушаємо із заслуженим архітектором України Володимиром Биковим. Тема у нас герб Сум. От чому саме ви нас позвали на це місце? Я так розумію, що гостиниця, туристи приїжджають і ищуть знайти той об'єкт, який, в якому можна сконцентрувати всю історію, всю ДНК історії любого міста. І само місто я чекаю, бо кохаю, розумію, що міст з любов'ю вас зустрічає. Правда, вже трохи з побитою любов'ю, потрескатою. Але, в принципі, вопрос о том, що можна узнати о місті одразу в перші хвилини. Поэтому, я думаю, исторически уже не только в Сумах, а во всем мире существует такое понятие, как герб города. Без герба города, то есть мы понимаем, что и города нету. Даже его статус в свое время определялся, есть ли в города герб или нет. Вот я думаю, что когда Сумы все-таки стали, то есть и уездным городом, получили статус города, много было попыток разных создать и рассказать людям коротко о самих Сумах через герб. Практика показывает сегодня европейских городов, что практически основной герб висит на ратуше, в центральной части, площади. И в этом, конечно, аспекте город наш проигрывает, потому что реально мы сегодня пройдем с тобой по городу и поищем, где гербы, какие гербы, когда они создавались, какой период, и что они символизируют, что за это время произошло. Потому что совершенно, ну, относительно недавно в советской истории герб был один, определял свое время понятия Сум в структуре Советского Союза. При Кондратьеве, при Харитоненко, Суханове был второй герб. Все-таки какой герб сегодня расскажет о Сумах, как о его ДНК, о его жизни, коротко, ясно и будет понятен. Ну и через него мы поймем нашу историю, нашу с тобой любовь к этому городу. Вже за хвилину натрапляємо на перший герб, і не помітити його досить складно. Володимир Борисович, я так розумію, це один із прикладів гербів, про які ви розказували. І далеко не треба ходити в город і говорити, а які останні? Да, ми знаємо там Щербатових, ми знаємо той період. От, я думаю, за останнє время це один із самых ярких прикладів, як город показує, оцінює значення свого герба і його отношення. Да, от. Мы понимаем, что сегодня многие люди, въезжая в историческую часть города, должны увидеть этот герб. И вот первое, что они увидят, люди, которые посещаются в гостиницу, которая на сегодняшней центральной магистрали, видят этот герб, который, по сути дела, сегодня показывает отношение к тому гербу и отношение к самой символике города. Сегодня в очередной раз, я знаю, что выкладываются сотни тысяч на разработку новых каких-то визитных карточек, сегодня нового промоушен по городу, но в то же время начинать надо все-таки с герба города и говорить о его статусе. Потому что в очередной раз мы про него забываем, засыпает землей, зарастает бурьяном, и только, может быть, к дню города мы увидим и люди узнают, что это по-настоящему в кущах или на этом склоне находится герб города. Я думаю, герб города такого отношения к себе не простит и не прощает. С этой историей ее не надо забывать, ее не надо затаптывать, ее не надо цветочками приукрашать. Он должен быть на видном месте. Вот поэтому я думаю, что такие места скорее оскорбительные для герба, нежели они приветствуют само отношение города или показывают отношение города к его истории, к его символу. И, наверное, я сегодня несколько раз буду говорить ДНК памяти города, потому что завтра, куда мы приезжаем, мы должны показывать герб города, да. В нем достаточно много про нас хорошего сказано или про наших потомков, и его надо ценить и уважать, и лелеять. Герб – це інформація про місто. До його створення підходили особливо ретельно. А всі символи, що зображалися на гербах, говорили про жителів краю, їх звичаї, характери та про саму місцевість. Спеціальний був, нашими сьогоднішніми словами, в то время создан цілий інститут, ціла група, яка займалась, вони тільки мали статус утвердження створення цього герба. Тому що ні район, ні область, губернії, тим словом, не мали права самі нарисувати. Тобто це тільки була царська комісія, коли ізучала, яка, по суті, діла, створювала.
Ще на початку 18 століття було розроблено кілька варіантів гербів для Сумського полку із символами козацтва, шаблями, хрестами. Але жоден не був затверджений. А герб із трьома сумками із золотом, який сумчани добре знають, з'явився наприкінці 18 століття. Його автором став князь Михайло Щербатов, і створено герб було для полкового стягу. Реально, если говорить, то, в общем-то, в этом заложена символика и ДНК нашего города в части того, что это три реки, которые несут богатство золотыми пуговичками, кожаные сумки, то есть казачество, серебристый фон. Это на то время в экспедициях видели, что здесь люди любят ходить в белой одежде. Сам черный цвет, он имеет цвет в геральдике толерантность. Люди здесь вываженные, мудрые, спокойные. У 19 столітті місто могло отримати новий герб. На срібному тлі три чорні сумки із червоними поясами та китицями. У верхній частині герб Харківської губернії. Крім того, над щитом срібна корона, вежа, навколо золоті колоски та Олександрівська стрічка. Втім, проєкт Бориса Кюне не було затверджено. Вже у радянські часи, у 70-х роках 20-го століття, суми отримали новий знак міста. На червоному щиті зобразили колбу та атом, як символи машинобудування, хімічної промислови і підприємств, які стали містоутворюючими. Щоправда, три сумки із історичного герба залишили. У 1991 році Сумською міською радою було затверджено звичний нам офіційний герб міста. По суті діла, время показало, що як ми не хотіли в совєтський період поміняти герб на то сучасне время. То есть наши производства, типичные для Советского Союза, те были больше на таком уклоне производственном, время вернуло, и я думаю, это тот позитивный пример, когда история доказывает, что давайте посерьезнее к этому относиться, и более похож сегодня этот герб на наш город, на нашу жизнь, на наших людей, отношение к жизни. Вот здесь заложено все. І закладалася ця історія 100 і більше років тому. Саме тому найчастіше зустріти герб можна на старих будівлях. Центральна частина Сум – вулиця Воскресенська. Зображення знайомих нам трьох сумок знаходимо на фасаді пошти. Будівля 1911 року – пам'ятка архітектури. Щоправда, герб тут вже давно сховався за кількома шарами фарби. Я думаю, що це показатель того, що, як зачастую, да, і видно, ми бачимо, сегодня эту штукатурку, да, вряд ли уже лет 5 кто-то ее там трогал или почищал, или блестел, делал подсветку, делал ее с бронзы. То есть, по сути дела, не сделал бы тогда, мы бы здесь и не увидели в центральной части герб города. Мало того, мы сегодня говорим о том, что этот объект находится под охраной закона про историческую спадщину, и он требует реставрации. Ну, не факт, что в принципе все знают, что он там заходится и поднимает голову. Может быть, да. Поэтому тут главное еще, вот опять я хочу определить, что давайте не выдумать что-то новое, да? Давайте хотя бы сохраним то старое, которое нам серьезно и очень грамотно пришло через столетия. Це будівля 1908 року. Колись тут було училище, яке звели до сторіччя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя. На фасаді зовсім маленький і непримітний герб нашого міста. Хоча цей об'єкт і не включений в пам'ятники архітектури, ми бачимо один із паралельно хороших прикладів, коли не збили герби, не збили дату постройки, а зробили сучасну, хорошу, навіть я можу сказати, реставрацію здання, хотя которое не включено в памятники архитектуры. Вот это отношение положительное сумчан к гербу и, по сути дела, к отношению тех исторических элементов, наследия, которое пришло к нам через, уже получается, если там был 11-й год, да, на почте, то это 908-й год. Вот мы начинаем опускаться по датам все ниже и ниже. Поэтому, я думаю, это вот хороший пример, и на душе становится легче после таких объектов. Пусть даже маленький, мал герб или золотник на дорогу. Ще один герб розмістився на фасаді обласного краєзнавчого музею. Щоправда, сумки тут розташовані дещо незвично. І такий варіант зустрічається і в інших місцях. Ну і саме лобне місце наше – це пам'ятник Халіторенка. І ми бачимо автентичне наше чугунне літьо, яке вже більше 100 років. І знаходимо теж елементи благоустройства герб Сум. Ну, саме цікаве, коли ми подивимося, ми бачимо варіант на цих стовпах. Варіант, коли сумка розположена одна-дві внизу, підходимо до самому фонарю, тут наоборот. Ну,
Знаете, наверное, это уже с поправкой на художников или на того, кто делали. Поэтому иногда даже в этих элементах мы видим, уже 100 лет назад была определенная путаница или не уточняли именно тот герб, который был согласован и официально утвержден. А вы как думаете, чем это можно пояснить? Есть у вас какая-то версия? Чому так? Чому? Та я вот, если бы как художник художнику сказал, как бы лучше, да, я все-таки бы принял вот такой вариант, потому что вертикальная часть, две на низ уходит, тем более, если раньше здесь первый вариант утвержденный был с короной царской, то, по сути дела, если взять в это элементы более, то вот для меня более устойчивый и похожий данный герб. Но через 100 лет мы можем поспорить, но не с кем уже. Но суть от этого не меняется, я думаю, что и через 100 лет мы видим качество этой работы чугуна, и, в общем-то, символика, понимаете, я понимаю, что здесь и возле Харитоненко, как не здесь, показать этот герб, именно что трудом возвышаясь и создавая суммы, вот вам отношение, нету никаких изменений, в принципе, к отношению, что уважали герб и старались на каждом элементе, как благоустройство фронтона, я думаю, мало что до нас дошло из того времени, сохранять и показывать всем приезжим и самим о том, что такой замечательный, интересный герб у нас есть. Я знаю, что вы хотели дать нашим сумчанам такой квест, задачу. Да. В чем она заключается? Ну, я думаю, смотрите, это для меня тоже была загадка сегодня найти гербы, сум, тем более можно даже и периода советского. Поэтому я предлагаю сегодня такой квест. 10 фотографий гербов сум на территории в межах нашего города, на зданиях или элементах благоустройства. И книга от Быкова в память о найденных работах. И я даже не знаю, будет ли 10 в целом, и для меня тоже будет загадка. Ну и для сумчан, может, тоже будет интересно. Найдем ли мы, ну, допустим, в исторической части хотя бы 10 гербов из сум, кроме тех, которые мы показали? Шукайте. Шукайте.